В Бийской школе запретили пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса. Такая норма внесена в устав учебного заведения. Для того, чтобы обезопасить детей, безопасность в интернете, мы на уровне школы приняли локальный акт о правилах пользования мобильной связью в стенах школы. Ребенок, заходящий в школу, должен отключить сотовый телефон. Забрать у школьника телефон учитель не вправе, но родители обязаны разъяснить, что данный запрет – это не ущемление прав, а польза для получения знаний, отмечают преподаватели. И напротив, когда телефоны становятся реальной помощью в обучении, учителя поддерживают использование современных технологий. Ученики носят мобильные при себе, но знают, что доставать их нельзя, а во время контрольных складывают на стол учителя. Тем не менее, запрет вызвал неоднозначную оценку у БИЧа. Ну, наверное, во время учебного процесса нет, но телефон необходим ребенку. Ну, как родителям сказать, когда придет, где ребенок? Я думаю, что он необходим. На уроках, да, конечно. Я бы забирала, наверное, на перемене выдавала. Во время учебного процесса стоит. А как? А почему? Потому что будет мешать на уроки. Они же играют в телефоны, уроками не занимаются.